Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о таком проекте, как Base Revert Online. Итак, что такое Base Revert? Это будущее децентрализации финансов. Base Revert токен – это децентрализованный финансовый токен, который вознаграждает своих держателей 60% сборов за систему с использованием протокола Proof of Stake. Лояльность к сторонам не вознаграждается должным образом предприятиями. В этом сценарии рост организации приносит пользу учредителям, членам совета директоров, акционерам и сотрудникам. Базовый токен вознаграждения направлен на то, чтобы заново изобрести способ, которым клиент получит вознаграждение за свою лояльность, зарабатывая криптовалюту на каждой сделке, совершаемой онлайн во время покупок, торговли, ставок или использования других криптографических средств. В этом сценарии компания берет вместе со своим клиентом. Основная идея состоит в том, чтобы объединить криптовалюту, технологию, блокчейн и разные предприятия в одном месте и получить вознаграждение пользователей за их лояльность, долю в доходах и участие в принятии решений в качестве держателей токенов. Вознаграждение выплачивается всем пользователям в виде токенов за каждую транзакцию, совершенную на любой из предоставленных услуг на платформе. Предоставление ставок на протоколе Proof of Stake в смарт-контракте компании. Вознаграждение сводится к требованию, чтобы держатели ставили свои токены BRT, чтобы разблокировать больше токенов в качестве награды. Вознаграждение за опрос ставок уменьшается вдвое, каждые 365 дней. Держатели начисляют вознаграждение в соответствии с их процентом от общего количества токенов в пуле ставок. Уже сейчас на самой платформе можно поставить токены в стейк и получать за это награду. Как это все выглядит, можно более подробно увидеть на схеме, которую предоставляет нам компания. Также данная компания предоставляет нам такие сервисы, как мгновенный обмен. Мгновенный обмен между криптосистемами от 3 до 15 минут – самый дешевый рынок цены, который мы можем наблюдать. Лучший сервис на блокчейне с более чем 100 крипто и фиатов поддерживаемых валют. Гонорары компании всего 0,5% составляют. Также это сервисная карта, экономический сервис и мобильная игра. Перезаряжаемые виртуальные карты – нелегкий доступ, недешево среди пользователей онлайн, которые хотят остаться анонимными. Базовый токен вознаграждения будет преодолен разрывами между ценой и бюрократией, чтобы дать безопасный и простой способ делать покупки и сделки по Айне в Африке и также во всем мире. Статистический портал статиста сообщил, что общая стоимость электронной торговли в Африке достигла уже 16,5 миллиардов в 2017 году и, как ожидается, достигнет 29 миллиардов в 2022. Компания использовала эти преимущества молодого рынка, чтобы стать гигантом в области торговли. Ну и мобильные игры. Выручка Globe от мобильных игр в 2019 году выросла до 68,5 миллиардов долларов. NewZoo, по оценкам, к концу 2020 года этот хамбер достигнет и увеличится до 76,7 миллиардов долларов. Новость игровой индустрии. Африка должна зарегистрировать ЦАГР в 12% в течение прогнозируемого периода 2020-2025 года. Также на сайте можем мы наблюдать экономику, мобильное приложение, которое в скором времени уже должно выйти в свет. Дистрибьюция токена производится 18,4% выделено на airdrop, bounty и партнеров, 30,41% выделено на стейкинг и ревен токен, 6,6% выделено команде и советникам, 25% выделено на пресейлы и продажи. Также на сайте можем найти смарт-контракт данного проекта, построенный, кстати, на Binance Smart Chain, на сети Binance, и Total Supply
Общий выход токенов составляет 12 миллионов BRT. На этом мы обзор закончим. Переходите на сайт, ознакомьтесь более подробно, изучайте. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем пока!